Более 500 участников и около 80 проектов. За два дня специалисты Центра Сколково кропотливо отбирали лучшие проекты. В итоге в финале оказалось 30 работ, 9 из которых получат приглашение на грандиозную конференцию в Центре Сколково. Туда съедутся более 20 тысяч предпринимателей. Хочу пожелать нашим финалистам, ну и, конечно, 9 нашим счастливчикам, чтобы они, поехав на стартап Village, зарядились еще большей позитивной энергией и несли эту энергию здесь у нас дальше в республике, ну, как тот факел, да, Прометея. Жюри конкурса определило победителей в трех номинациях. В биомедицине первое место занял Байкальский центр биотехнологий с проектом New Skin. Разработка представляет собой аналог кожи для ранозаживления. Проект имеет большие шансы на реализацию. В IT-треке победителем стал Павел Питкинин из Иркутска с проектом «Блокчейн-сеть пятого поколения». Суть проста – большой кэшбэк без потерь для покупателя и продавца. К слову, многие специалисты доселе считали эту работу безуспешной. На стартап-туре я 7-й раз, 4 я выступал, ветеран. На 5-й все-таки я что-то добился. Так что не расстраивайтесь. И еще скажу, что на одном стартап-туре мне сказали, что у тебя ничего не получится. 2 миллиона за год заработали, все получилось, до сих пор работает. В направлении промышленные технологии выиграл проект прибора по очистке воды B-Air Александра Жигжитова. Он же единогласным решением жюри стал победителем суперфинала и обладателем чека на 300 тысяч рублей. Надеемся, действительно, мы ставим перед собой цель победить стартап Village, но мы понимаем, что там крутые ребята, реально крутые. Поэтому мы будем работать. У нас сейчас задача стоит, чтобы мы все быстрее работали. Кроме того, победителям уплатили билеты до Москвы. С 31 мая по 1 июня они и десятки тысяч других предпринимателей со всей страны съедутся в Сколково. Авторы лучших проектов станут резидентами главного инновационного центра страны. Баир Цыдыбов, Сергей Костенко. Новости дня.